Всем привет, ребят! Это второй этап восстановления ВАЗ-2108 1987 года выпуска. Сейчас уже можно завести двигатель, он полностью готов. Капот мы еще не установили. '87 год. Все здесь уже прогнило, кузов требует восстановления. К сожалению, со стороны водителя дверь не открывается. Придется залезть со стороны пассажира с низкой панелью. Вот это все дело. Сейчас сюда пробраться бы. Опа. Вот такое дело. Тонкий руль. Эконометр. Четырехступенчатая механика. С, можно сказать, длинными ходами. Задняя. Кстати, очень легко спутать переднюю и заднюю. Я частенько путал передачи. Завелась. Гудок не работает. Механические регулировки. Стекла, зеркала, соответственно. Еще работают. Не открывается дверь. Все уже поломано. Свет включим. Дальний свет фар. Надеюсь, что я включил дальний свет фар. Аварийку, как обычно. Как многие уже, наверное, заметили, вот здесь петли также прогнили. Салон коричневый. Все, вот это, возможно, кожаные вставки, я так полагаю. Или это кожезаменитель. Довольно качественный, учитывая, что автомобиль 87 года. Неплохо сохранился. Багажник будет проблематично открыть, потому что он не фиксируется. Нужно держать рукой. Бардачок, здесь на самом деле была крышка, сейчас ее нету. Панель треснута. Ее прикрыли. Печка. Прикуриватель, пепельница. Ручник. Вековая пыль. Пробег у автомобиля 75 150 километров. Он родной. Двигатель 1.3, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, порядка 70 лошадиных сил.
13-дюймовые диски. По кузову еще предстоит очень много работы. Это был удар. Газовое оборудование мы полностью убрали. Механические регулировки сидений, спинка сидения, продольные регулировки. Честно скажу, они очень неудобные, и регулировать сидение не очень удобно. Давайте присядем на водительское место. Прям как мускул кар. С этим автомобилем у меня связано много воспоминаний. Особенно в детстве, когда я на нем учился кататься. Неприхотливый такой автомобиль. Рулевая колонка, к сожалению, вообще не регулируется ни по высоте, ни по вылету. Она мертво закреплена. Много еще предстоит работы проделать над этим автомобилем. Но, по крайней мере, второй этап завершен. Двигатель мы запустили. Кстати, еще этот автомобиль использовался в таких целях. Мы на нем возили песок, какие-то стройматериалы. Нереально просто нагружали этот автомобиль. То есть он даже проседал и, наверное, плакал той нагрузки, которую мы ему давали. Просто производитель и конструкция не рассчитаны на это. Но тем не менее. 86-й год. На этом часть вторая восстановления ВАЗ-2108 86 года выпуска завершена. Я надеюсь, вам понравилось. В дальнейшем я также буду выкладывать видео про этот автомобиль. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, берегите себя и до встречи в следующий раз.